Сомнение номер 5. Смогу ли уделять достаточно времени? Я часто задерживаюсь на работе. Не волнуйтесь. Чаще всего животные могут спокойно воспринимать временное отсутствие хозяина, если уделять им достаточное внимание, когда вы рядом. Есть породы, которые в меньшей степени нуждаются в социализации, такие как щенки-таксы, чау-чау или британские и персидские котята. В выходные я привык проводить время с друзьями вне дома. Ваш питомец может стать для вас прекрасным компаньоном в поездках за город и даже полюбить путешествовать. Для того, чтобы котенок или щенок легче переносил поездки, приучайте их к этому с самого раннего возраста. И не забудьте приобрести поводок или сумку-переноску. У вас остались вопросы? Смотрите другие разделы наших видеоинструкций.